Ну что? Получил дела отца? Ты знал, да, дядя? Знал, почему он меня позвал, отправил меня туда. И я знал, что ты не согласишься, но я хотел, чтобы этот человек сам убедился в этом. Человек? Как будто бы ты об удивительном человеке говоришь, дядя. Да? Удивительный. 40 лет назад на твоем отце был рваный жакет, а теперь он весь товар мира на себе носит. Да и груз у него тяжелый. А спрос тяжелого груза большой. Да. Он такой вот. Никому не доверяет, боится, что его обманут. Животное голодным, а человек сытым доверяет. Я не лезу в грузы, ты знаешь. Но отец — это отец. Не выкинешь и не продашь. Старый друг врагом не станет. Да, дядя? Он твою сестру обрек на смерть. Чужая вина меня волновать не должна. Я могу нести эту ненависть. А ты освободись уже. Убери ненависть, которая делает тебя не самим собой.